Оригинальные акции в поддержку решений президента России и действий вооруженных сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины прокатились по всей стране. Вот и удомельские, и вышневолоцкие байкеры закрытие мотосезона 2022 провели под девизом «Россия, мы вместе». Материал подготовили наши коллеги из регионального телевидения «Удомли». Мотоциклетное братство достаточно обширное и крепкое. Удомельские мотоциклисты свои знаковые мероприятия, такие как открытие-закрытие сезона, проводят вместе со своими коллегами из Вологова и Вышнего Волочка. Лично меня это очень сильно вдохновляет, потому что мы не живем в своем мирке. Мы именно как бы мы открыты к диалогу, мы открыты к общению. И это очень здорово. Это как бы к этому и есть основное стремление. Надо быть вместе. В связи с проведением спецоперации на Украине в стране объявлена частичная мобилизация. Все это требует повышенного внимания и ресурсов. Мотоциклисты Удомли и Вышнего Волочка на закрытии мотосезона 2022 посвятили этим событиям акцию. Главный мотив и призыв этой акции – это что мы должны быть вместе. В это тяжелое время мы не должны разделяться, там как бы у всех свои мысли, свои какие-то поводы, свои домыслы. Но все равно в тяжелые времена мы должны быть всегда вместе. Очень сильно волнует вот это все, что происходит сейчас и на Донбассе, и в стране, и очень много всяких разных разногласий. Надо смотреть, я так думаю, что все-таки в хорошую сторону, и я думаю, не думаю, что там проблемы какие-то возникнут очень сильные с нашими ребятами, которые уехали воевать, что будет все хорошо и за нами будет правда. Служить Родину позовет, пойдете? Да, обязательно. Не даже без... Задумывался, даже не буду. Единым маршем мотоциклисты проехали до Калининской АЭС. Затем через северную часть Удомли вернулись в центр города на проспект Энергетиков и на улице Энтузиастов завершили мотопробег. За Россию вместе!